Сказать «устал» эмоционально было бы, конечно, громко, но было нелегко, конечно. Я прошел несколько подготовок, и за 4 недели получалось то, что травмировался и снимался. Но до этого я еще сам ждал этого Гафурова, и из-за этого продлилось долго. Да. Ну, чуть-чуть. В плане подготовки чуть дольше затянулось, а так, я думаю, оно на пользу только пошло. Я только зарядился, я функционально прибавил себе, я прибавил во многом. Будем с этого брать только плюсы. Ну, тяжело, конечно, заново настраиваться на подготовку. Еще тяжелее то, что это получилось так, что травмировался, залечивать травму, снова поддерживать, чтобы она дальше тоже еще не ухудшилась. В общем, я справился, альхамдулилля. Я думаю, я очень даже заряжен на этот бой, и мы покажем все в бою. Такой период был, и он даже 2 раза такой период был, потому что я знаю, я всегда довольствуюсь, да, я принимаю это как должное, потому что 2 раза бой отменялся, и 2 раза я думал, я и пояс потеряю, и с гран-при вылечу. Ну, так получилось, что ну, это место никуда не ушло, и мне было суждено все-таки выступить против Гафурова и выступить в гран-при. Да, вот 2 недели осталось, думаю, ничего не произойдет, нормально все будет. Не, Аниса ни уровнем я не считаю, потому что все пацаны, которые выступают в СИА, это уровень, и этот боями все доказал, и он тоже показал хорошие бои. Просто я считаю более опытным и более опасным Азама Гафурова, и я для себя, это для меня больше вызов, чем Анис. Так что никакой недооценки и Аниса, и Азама нету, и переоценки нету. Так что просто я хотел больше с Азамом, потому что это реальный гран-при, реальный претендент на данном этапе. Все. Ну а чем Азан опасен, мы все знаем. Он опасен именно в стойке, на руках. И я готовился к этому, и я готов к этому. Посмотрим, что получится. Для него я опасен в борьбе, для меня он на руках. Кто кому свой бой навяжет. Я своего оппонента превосхожу, конечно же, в борьбе и в функционалке, я думаю. Функционально я уверен, что превосхожу. И насчет опыта, и у него немало опыта, и у меня. Мы оба опытные ребята, мы оба знаем, на что идем. Мы оба что я на себя скажу, я готов на тяжелый бой. И в бою видно будет. Ну, в Грозном комфортнее, конечно, для меня. И для Азама тоже я не думаю, что было бы какой-то дискомфорт. Для меня тоже и в Москве не было бы дискомфортно, потому что, может, даже в Москве для меня это было бы еще, ну, заряд больше. А так в клетку-то войдем мы оба. И, ну, чуть больше болеть за меня, наверное, будет. Хотя, кто их знает, тачиков... И туда могут целым стадионом приехать. Вообще проблем нет, пускай приезжает, будет еще интереснее. Я представляю бой, ну, есть 2 дороги, я думаю. И обе дороги ведут к моей победе. Одна досрочная, другая решением. Посмотрим. Но он будет работать на руках, сопротивляться в борьбе, а я буду наступать. В случае моей этой победы меня ждет еще финал гран-при. Это полуфинал всего лишь. Финал гран-при ждет, и этот Азамат Пшуков, и этого парня нельзя списывать. Он тоже очень хорош, и мы его недооцениваем. Хотя мы его прошли, я его прошел, и довольно-таки уверенно я его выиграл. Но опять-таки прошло уже 3-4 года, наверное, не помню точно. И мы оба, наверное, где-то прибавили. Посмотрим. Сначала надо выиграть этот бой, и дальше уже следующий Пшуков. Но есть плюсы, есть минусы. Конечно, я видел. И моя реакция была такова, что
я особо не стал на это реагировать, да, мне это зачем, но я считаю, что надо было сначала выслушать Аниса, надо было выслушать, посмотреть, что он скажет, так же, как и я сделал. Я приехал в Москву, я его выслушал, я его понял, что он допустил ошибку, что он не это имел в виду, он свои слова взял обратно, и мы вообще решили вопрос нормально, пожали друг другу руки. И там Асланбек говорил, что меня пример приводил, я бы его не стал бы бить, потому что он вечером уже, его бой должен был состояться, и он дрался с моим другом, и как я могу сорвать этот бой, да, какую-то угрозу дать. И поэтому я был сдержан, и не знаю, он что должен был сделать, чтобы я его там ударил. Так что, мне кажется, чуть Вартан, наверное, поспешил, может, где-то хотел показать, или молодого успокоить. Не знаю, это их дело, да, пускай сами решают. Я написал под этим постом «жужня», я это вижу как «жужня», потому что следующий претендент тоже уже есть, а для него надо сначала Аниса тоже пройти. Анис молодой, заряженный, я не думаю, что он ему его 50 на 50, я думаю. Может, на 1% больше я на Аниса даю, потому что у него борьба, наверное, получше. Соперником любой может стать. Лига может любого привести, это лига решает. Если я к тому моменту буду чемпионом, я с удовольствием готов на этот бой. Потушить этот хайп и по ту сторону, и по эту сторону. Любой хайп готов потушить. Так что, газ. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Хочу вас пригласить 4 октября в Грозный спортхолл Колизей, где я выступлю против таджикского бойца Азама Гафурова. Все, кто меня знает, поддерживает, был бы рад вас там видеть и других. Так что приезжайте, будет интересно. Я думаю, там еще полно других интересных боев. И мы закатим бой вечером.